SMAPS объединяет в себе YouTube каналы и соцсети о зарубежном образовании и путешествиях с общей аудиторией более чем 800 тысяч человек. Нас смотрят школьники, студенты, родители и все, кому интересны безграничные возможности учебы и путешествий, да и в целом крутое будущее. За несколько лет выпуски на наших площадках посмотрели более 60 миллионов раз, и мы на этом не останавливаемся. Каждый месяц на наши каналы подписывается около 10 тысяч новых зрителей, интересующихся зарубежным образованием, языками, туризмом, да и просто классным контентом с тонной полезной инфы и невероятными кадрами. За некоторыми из них мне, кстати, пришлось нырять с аквалангом, подниматься в горы, гонять по пустыням и покорять песчаные дюны. За последние 5 лет наша команда посетила более 300 учебных заведений в 40 странах, а нашими клиентами являлись консульства США, Великобритании, Швейцарии, международные девелоперские компании, гостиничные сети и туристические организации. Гарвард, Стэнфорд, Кембридж, Оксфорд, самая старая школа Великобритании, самая высокая резиденция в Лондоне и даже эта общага в Барселоне с бассейном на крыше и электрическими мопедами. Все эти выпуски наших рук дело. Только в прошлом году мы провели образовательные конференции в 6 странах и встретились с тысячами вдохновленных на учебу и путешествия людей. Наша цель – показать безграничные возможности в образовании, мотивировать людей на путешествия и показать, что учеба возможна в любом возрасте, а язык никогда не является барьером, ведь его совсем не сложно преодолеть.